А ведь мечтали совсем не об этом. Вместо физкультурно-оздоровительного комплекса в Люберцах появился очередной супермаркет. Открытие спортивного объекта планировалось в конце прошлого года на севере города, однако итог стройки жителей разочаровал. Сейчас возмущенные люберчане в соцсетях предлагают собраться и устроить спортивные занятия прямо в здании магазина. Администрация округа с недобросовестным владельцем помещения намерена судиться. Очередной супермаркет открыли на проспекте Гагарина. Согласно паспорту объекта, здесь должен был появиться новый ФОК. Именно с таким целевым назначением объект был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. Однако владелец дал помещение другим арендаторам. Вопрос, как так вышло, жители задали главе округа Владимиру Ружицкому в ходе прямого эфира на телеканале ЛРТ. Это частная структура. Это земельный участок принадлежал компании ПИК, которая застраивала этот участок. Компания ПИК перепродала этот земельный участок. Понятно, частная структура, но есть вопрос назначения земельного участка. Назначение земельного участка – физкультурно-оздоровительный комплекс. Поэтому будем в судах доказывать и понуждать эту уже частную структуру, чтобы там был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс. Ружицкий подчеркнул, что в решении этой проблемы примет участие и Люберецкая прокуратура. Мария Кузьмичева, Андрей Иванов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.